Добро пожаловать на утреннее шоу «Персиковое дерево» с DCI. Это отличный способ начать свой день. Надеемся, вам понравится. Всем привет! Добро пожаловать на утреннее шоу «Кафе Персиковое дерево». Сегодня четверг, 6 августа. И у нас здесь два гостя. Сначала я представлю Гешела, Геша Майкл Роуч. Вы его уже знаете. Он руководитель Института алмазного огранщика и также владелец утреннего шоу «Персиковое кафе» и самого кафе. И у нас также в гостях Ларин из Румынии. Он предприниматель и также он бизнес-тренер, который преподает огромное количество тренингов. Спасибо, что вы сегодня с нами. Всем привет. Ларин, не мог бы ты помочь и показать нам видео вопрос на сегодня? Да, конечно. Мне нравится называть это шоу, как бы верно сказать. Когда я был подростком, я смотрел сериалы. И он назывался «Цвет полуночи». Это про бывшего полицейского, который ведет ночное шоу, и он помогает полиции раскрывать дела. И после того, как дело закрывается, он в конце показывает и говорит всякие мудрые слова и заканчивает словами «Доброй ночи, Америка, где бы вы ни были». Итак, доброе утро всем, где бы вы ни были. У нас есть вопрос на сегодня, ведь мы исследователи успеха, и сегодня у нас есть тот, кому мы можем достичь успеха. Это видео от Берты Веласкес из Мехико. Доброе утро, Гешела. Доброе утро всем. Меня зовут Берта Веласкес, и я из Мехико. У меня следующий вопрос. Какое семя мне нужно посадить? Моему отцу 94 года. Физически и ментально он в порядке, но он говорит только об одном, о своей смерти. Что я могу сделать, чтобы поменять его мысли? Спасибо большое. Ого, спасибо, Флорин, ты выбрал очень сложный вопрос. Да, есть ли у тебя идеи на этот счет? Ну, я помню, однажды я был за рулем на пути домой, и моя жена сидела рядом со мной, и она рассказывала мне о человеке, которого мы оба знали, и он умер в тот момент. И я помню, в то время я смотрел «Ламрим», И фразу, которую я сказал, была без особого намерения. Это предложение просто вышло из моих уст, и линия только что стала короче. Линия жизни укоротилась. И моя жена спросила, что ты имеешь в виду, говоря это. И я сказал, ты знаешь, когда мы рождаемся, мы встаем как в очередь. Но никто не знает, сколько людей перед нами, когда наступит наша очередь. И моя жена сказала, ты меня пугаешь, пожалуйста, давай поменяем тему. А я сказала, нет, давай поговорим на эту тему, потому что это та тема о смерти, что точно произойдет с нами, но никто не учит нас быть готовыми к этому моменту. И я помню мою бабушку, она жила со мной, с нашей семьей в одном и том же доме. Когда она уже была близка к смерти, она купила свечи, одежду для своей смерти. Она купила гроб и сказала, вот свечи, вот гроб на чердаке. Единственное, что вам остается сделать, это позвать священника перед моей последней исповедью. И вот то, что сейчас говорит Берта и проживает сейчас, это хорошо, потому что у нее есть напоминание об этом моменте. Гешела, ты учишь нас медитации, чистка зубов. Каждое утро, когда ты чистишь зубы, смотреть в зеркало и думать, если это последний день моей жизни на этой планете, правильно ли у меня расставлены приоритеты? Простил ли я всех людей, с кем
ссорился. Я не знаю, как вы, но когда я просыпаюсь, у меня в голове только список моих дел, который ждет меня на столе, и я забываю про эту медитацию. Поэтому я думаю, Берта, лучше всего иметь такое напоминание, как у тебя. Я понимаю, что ты расстроена отношением твоего отца, и это тот момент, когда она должна стать исследователем успеха и начать искать те семена. И, возможно, она также кому-то надоедает своими проблемами. И, возможно, она надоедает ненамеренно. Я встречаю много людей, когда я говорю с ними о системе семян. Они говорят мне, я не делал этого. И потом я начинаю с ними разговаривать и говорю историю про уровень небольшой радиации, историю которой мы можем найти в книге «Карма любви». После того, когда я начинаю рассказывать эту историю, они вспоминают некоторые небольшие мысли, небольшие слова, небольшие действия, которые они делают постоянно, и что вызывает такие неприятные ситуации. И я помню, как-то я был коучем для одной женщины, и она рассказала мне о своей проблеме. И я сказал, у тебя есть вот эта проблема, потому что у тебя есть такого рода мысли. И тогда она сказала, Флорин, послушай, я инвестировала сотни и сотни долларов в свою программу личностного развития. Я знаю, что я не имею такой проблемы и таких мыслей. И тогда я сказал, у меня была такая же проблема. Я думал, я самый лучший человек на планете. Но после того, как я начал использовать шестиразовый дневник, я начал делать медитацию, я понял, что я завидую другим людям и их успехам. Я радуюсь, когда их программы проваливаются. Поэтому, пожалуйста, хоть на одну неделю следи за своими мыслями. И на следующей неделе она мне сказала, ты знаешь, ты прав. Снаружи я вроде очень хороший человек, но внутри я не осознаю, какие негативные мысли у меня есть. И затем я ей сказал, добро пожаловать в клуб. Сейчас ты знаешь, что у тебя есть проблемы. Используй инструмент шестиразового дневника, медитируй, чтобы избавиться от негативных мыслей. Вот такой у меня совет для Берты. Ищи небольшие мысли. Возможно, в твоем сознании это не обязательно, что ты жалуешься другим, но, возможно, в своем сознании ты жалуешься, что приводит к тому, что ты видишь своего отца, который жалуется. Геншула, какая твоя идея? Вы знаете, у меня есть пожилая женщина, которую я навещаю уже, наверное, на протяжении 20 лет, и она, я думаю, ей 95 лет сейчас. И я очень много путешествую по работе. Вы это все знаете, ребята. Я посещаю много стран. Каждый раз, когда я в другой стране, я захожу в любой торговый центр и покупаю что-то красивое для нее. Если я еду во Вьетнам, я покупаю красивую шелковую ткань. Да, я помню. Или вы, ребята, тогда сделали красивые наволочки. У вас очень хорошее качество шитья. Я покупаю что-то из этого всегда для нее. И затем, когда я возвращаюсь домой, я это привожу. И недавно, неделю назад, я отправила ей новый крест. Она крестьянка. Христианка, и мы подарили ей золотой крестик. Она невероятно обрадовалась. И мои друзья спросили меня, слушай, ей 95, зачем ты покупаешь вещи для нее? Она не сможет ими пользоваться на протяжении долгого времени. А я сказала, знаете, когда я уделяю ей внимание или навещаю ее, или я привожу ей что-то красивое, из Румынии я привез иконку Иисуса для нее. Это послание ей, что кто-то в этом мире хочет, чтобы она задержалась в этом мире. Я не должен ей это говорить. Я просто показываю ей это, что я верю, что ты останешься с нами на долгое время.
Майкл хочет, чтобы ты осталась с нами. И если ты хочешь уйти из этого прекрасного мира, я бы не давал тебе эти прекрасные вещи. Поэтому, пожалуйста, оставайся, потому что я люблю тебя, и ты нужна мне в моей жизни. Поэтому я думаю, это один из способов так делать. Как ты считаешь, Уин? Я также соглашусь с тобой, потому что я также навещаю кого-то в доме престарелых. И прежде чем я расскажу вам свою историю, я думаю, то, что он говорит, это что-то внутри. Возможно, это условия, в которых он живет, и, возможно, он не хочет приносить неудобства своим детям. Возможно, он чувствует, что он никому не нужен, или что-то в этом роде. И я советую ей, Берти, найти, что он действительно хочет. И вот что я поняла, когда навещала пожилую женщину в доме престарелых. Она очень-очень старая, ей более 100 лет. Ого! Да, и она очень любит нас. Особенно она любит мужчин. Гешла, помнишь ли ты Мита Кой? Он был на ретрите в Алмазной горе в прошлый раз. Да, Мита Кой. Эта женщина любит его очень сильно. Мы приходим навещать ее практически каждую неделю. И каждый раз она говорит, «Я так счастлива, я хочу жить еще больше, год, два или даже 10, но если Кой занят, и он не приходит 3 недели, навещая ее, она говорит, мне грустно, я хочу поскорее помереть». Это означает, что она реально хочет любви, заботы. Поэтому Берта, может тебе подумать и поискать, и найти, что же твой отец по-настоящему любит, чего он хочет. Как? Мне также кажется, что у пожилых людей есть много опыта. Они видели много-много разных вещей. Но никто не спрашивает у них советов. А ведь они много повидали. Возможно, они могут помочь нам. Возможно, если мы спросим их, у меня проблема в бизнесе или семье, и мы спросим пожилого человека совета, они захотят остаться в этом мире на подольше, помочь нам. Да, это так. Они видят, что они полезны, несмотря на то, что они пожилые. Флорин, что ты думаешь? Я вот тут подумал то же самое, как и ты сказала. Возможно, ее отец не видит ни одной причины в своей жизни на данный момент. Мой отец, у него такая шутка есть. Он говорит, что после ухода на пенсию люди начинают грустить, потому что правительство добавляет наркотики в деньги, которые они получают на пенсии. Здесь точно что-то есть в пенсии, в деньгах, которые мы получаем, потому что все на пенсии начинают грустить, потому что они перестают видеть цель своей жизни. Я поощряю Берту. Помоги своему отцу найти смысл в жизни. И, возможно, еще одно, что может помочь, это делать танглен медитацию на страдания ее отца. Танглен — это тоже инструмент, который мы много используем в нашей практике. DCI. Поэтому, если она не знает про этот инструмент, напиши нам сообщение, мы тебе поможем. И еще, возможно, одна вещь, которую следует изучить, это защита жизни. Возможно, это одна из причин, почему она слышит, что ее отец хочет умереть, потому что у нее нет достаточно семян по принципу, который называется защита жизни.
Ей нужно обратить внимание, как она питается, еда, которую она готовит для других, ее стиль жизни. Есть другое направление, чтобы тоже изучать. Еще одна вещь, которая каждый раз, когда она сажает хорошее семя, направить его на то, посвятить его на то, чтобы видеть своего отца, меняющего отношение к жизни. Здорово. Я помню, Берта, одна из моих была друзей в колледже, она изучала в колледже, училась со своей дочерью. Я этим очень восхищена. Я думаю, что это здорово, что она вдохновила свою дочь, потому что ее дочь очень заносчива. Она очень красива, профессиональна. Я думаю, Берта уже посадила хорошие семена, что смогла помочь своей дочери быть счастливее, справиться, быть уверенной, спокойной, иметь хорошую энергию, хорошие эмоции. Поэтому Берта может делать на это кофе-медитацию. Я так счастлива, что смогла вдохновить свою дочь, и моя дочь очень счастлива, и мне не нужно волноваться обо мне. И можно посвятить это семя к ее отцу, потому что Берта может исследовать свои чувства, которые он говорит про об этом. Если она это слышит, он говорит негативные эмоции. И я думаю, ее кофе-медитация на эти семена поможет ей видеть своего отца в позитивном виде. Я вот так думаю. Здорово. Итак, давайте подведем итоги. Идея для Берты в такие моменты самые важные для нашей жизни. И, кстати, Берта, я очень много узнал про этот момент, смотря Ламрим номер 35. Ты можешь зайти на сайт в интернете knowledgebase.com и узнать еще больше об этом. И также обрати внимание на свои мысли. Возможно, ты жалуешься в уме на кого-то другого. И помоги своему отцу найти цель. Цель его жизни сейчас. Я думаю, сейчас наступило время для нас подвести итоги. Итак, Флорин, могу ли я попросить тебя? Вот это были мои идеи, последнее понимание. Мое заключение — это спросить своего отца совета. Пожилые люди столько всего знают, у них так много знаний, никто их никогда не спрашивает, никто не хочет знать их советов, особенно наши родители. Мы не любим спрашивать у них советов, когда они уже в возрасте. Их мудрость увеличивается. И я настаиваю, Берта, каждый раз, когда ты встречаешь своего отца, спроси: «Пап, у меня есть проблема в моей жизни или в моих отношениях. Есть ли у тебя какой-то совет для меня?» И это даст ему какую-то цель. Это то, что Флорин сказал. Он почувствует какой-то смысл. Как ты считаешь, мисс Вин? Я думаю, что Берта очень успешная бизнес-женщина в Мексике, и также ее дочь. Поэтому я думаю, она может делать кофе-медитацию на хорошие семена и позитивную энергию. Она является хорошим примером человека, который ведет активную, позитивную жизнь. И она может посвятить это семя своему отцу, чтобы видеть его ведущую жизнь со смыслом и уважающей свою жизнь. Я вот так думаю. Спасибо. Так, давайте посмотрим вопросы на завтра. Здравствуйте, Геша Майкл. Как дела? Я Мартин Чес из Тайваня. У меня к вам вопрос про торговлю акциями и недвижимости. Я понимаю, что рынок акций
и недвижимости. Это когда мы получаем одну часть, а вторую мы теряем. И концепт посадки хороших семян, согласно вашей книге, я понимаю, что может не иметь ничего общего с концептом, что вы объясняете. Поэтому я хочу узнать, может ли рынок акций и недвижимости быть хорошим способом, чтобы заниматься этим, включая тот факт, что ты сажаешь хорошие семена в своей жизни. Спасибо. Вау, этот вопрос появился в нужный момент для меня, потому что на днях моя знакомая позвонила мне в отчаянии и сказала, мне нужно поговорить с тобой. Я спросила, что случилось? Она инвестировала деньги, она вложила в рынок Форекс. Я думаю, вы слышали про рынок Форекс. И вначале она заработала много денег. Но сейчас она говорит, что она получила опыт и решила инвестировать больше. И таким образом она инвестировала сразу все свои деньги, которые она заработала, плюс дополнительную сумму, которую она взяла из накопленных денег своей семьи на покупку дома. И она потеряла их все. Она знает, что я занимаюсь системой семян и в бизнесе применяю ее. И она хочет знать, можно ли это с точки зрения посадки семян попробовать восстановить потерю, снова использовать Форекс рынок. Я не могу дождаться ответа, а пока давайте посмотрим. Снова, если вы хотите иметь жизнь полную смысла, финансовой свободы, отношений, тело полной энергии, миролюбия, спокойствия, отправляйте ваши вопросы на этот адрес seedquestions@diamondcutinstitute.com и помогите своим друзьям отправить их вопросы. И если вы хотите жить в мире с хорошим звуком, пением птичек, с весенней капелью и похожие вещи, пожалуйста, отправляйте ваш музыкальный лист на вот этот адрес musicmix@diamondcutinstitute.com. И как наш полицейский в отставке говорит, доброе утро всем, где бы вы ни были. И пока, до встречи, увидимся. Спасибо, спасибо, Вин, спасибо, Флорин, спасибо большое. Спасибо, Гешела, спасибо, ребята. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу «Персиковое дерево». До новых встреч!